Сегодня мы будем выполнять тоже ЛБЗ на стриме. Вот, потеть будем жестко. В первые дни, в первые пару дней будет твориться в рендоме полный хаос. Ребятки, как говорится, главное не пробитие, главное участие. Теперь по поводу ЛБЗ, который сейчас будем делать. Ребят, Wargaming это кайф, красиво ребята делают. Я очень многое хотел бы приятных слов сказать разработчикам этих ЛБЗ. Спасибо Wargaming. Вот, на самом деле, я бы с удовольствием на один день стал бы разработчиком, каким-нибудь самым главным. Как бы я их всех там ногами, просто кирзовыми, я бы их просто кирзовыми сапогами бил бы. Я не могу в это дерьмо играть. Просто не могу. Тут, понимаете, тут еще нюанс в том, что тут нужно еще правильную технику подбирать под каждое ЛБЗ. Просто два раза танкануть две разные тачки мне надо. Пошел контент, друзья! Проезжаем, короче, направо, друзья. Там нас ждет огромное количество тяжи. Вот. Наша задача просто пару раз танкануть, выжить. То есть бои реально шикардос. Адекватный артовод? Надо же. Лютик. Стреляй по нему, братиш, стреляй. Я когда? О, ты разговаривать умеешь? Круто. Ну, плевать. Так, у меня 48 снарядов осталось, ему тупо плевать. А, там танк убили. А, вся жизнь перед глазами промелькнула, ребят. I'll be back. У меня одно пробитие, я себя загнал в очень большую жопу. Блин. Нормально. Hasta la vista, baby. Но вопрос в другом. Могу ли я, допустим, тут два раза танкануть? Надо, может быть, рискнуть. Есть глупый совершенно вариант. Желательно что-то настрелять. И сейчас это животное весь бой будет по мне кидать. Так, мне надо быстрее выезжать, 44-ку танковать. И стихи, блин, тут читать. Иди сюда, я тебе расскажу, сука, как играть надо на этом танке. Вон, у меня есть Тигр 2. Тигр! Э, фас! Кушать! Кушать, Тигр, кушать! Фас! Кусать! Кусать! Волк! Кусать, волк! Кусать! Фас! Фас! Вот, блядь, тупой. Иди за мной! Иди со мной! Э! К ноге! К ноге! К ноге! Вот дебилы, господи. У меня есть к разработчикам небольшой вопрос. У меня 580 хп, а почему мне нужно нанести 1160? Ребята, кто-то мне может сейчас объяснить, почему у меня 580 хп? Ага, все, я понял. Оу, oh, yeah. А он вышел из бана. Значит, будет забанен на месяц. Hey, what happened? Я получаю удовольствие от этой игры. О, ребят, как играть на промзоне? Объясните мне. И ничего страшного, ребят. Еще раз это самое, раскачаемся. Ай, ну это будет непросто, да. Это надо будет просто играть, 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 играть. Ебали! Сосать! Бандерлоги! Сука! Блин, а под музыку прикольно играть на самом деле. Я прям так начинаю тусить. Сидя на кресле. На всякий случай засейвился.
потому что засветил 257. Ой, люблю эти карты. Сука. Блядь, серьезно? А можно я выеду отсюда? Спасибо. Блин, хорошая игра. Да, ребят, стрипсамперов не существует. Пусть их им, сука, в жопу дилдак залетает. Вот это будет норм. Патовая ситуация немножко. Так, ладно. Собрались. Во! Во! Сейчас вот это... Просто какая-то херня. Давай, о! Во! Я доволен, я в раю. Вот это, пацаны, сейчас номер будет. Альфа! Но! Да! Не флудите. Грязные ртоводы будут наказаны. Отлично. Ой. Аж вспотел. Красиво делаем! Так. Окей. Если встречаются в Москве два мужчины, которые играют в компьютерные игры, они просто вместе... Короче, Харт видит, в каком немножко грустном положении оказался его коллега. Поэтому он говорит: Костя, я как бы больше по девочкам, но моя, как говорится, жизненная позиция такова. Мы друзей в беде не бросаем. Он как бы не москвичик, такому его жизнь не готовила. Вот, не для этого его роза цвела. Но он обещал мне за ночь кунилингус. Как это сделать? Чувак, я не умею. Другой человек, скорее всего, это будет Алина. Вот. Казалось бы, при чем тут кунилингус, да? Ладно, неважно. Короче, к концу недели, друзья, у нас будет очень одна интересная тема с участием вот этих ребят. Они, скорее всего, окажутся у меня дома, и мы будем выполнять некий челлендж. Так, половина хп... Половина барабана, половина барабана. Половина унимана. Да что ты, черт побери, такое несешь? У нас задача ЛБЗ сделать, поэтому я тупо делаю ЛБЗ. Но что меня немножко удивляет, ну, совсем кропалик. О! Как дела? Как дела в танках? Нормально, нормально, нереально. У нас все нормально, нормально, нереально. Как дела? Нормально, нормально, нереально. Папа Джефф приехал на поляки вас всех трахать. А вот и Джонни. Расскажи потом о своих ощущениях, сука. Завтра на бутылку. Это да. Это круто. Здорово, чувак. Гоу пропушим линию. Мне, короче, надо супер коня и бабаху добить. Два фрага, короче, надо сделать. Да, да, именно вот то, что ты сказал. Найс. Танковая аудитория подъехала. Я предлагаю упороться. Как тебе такой раш, бачат? Как тебе такой раш? Слушай, знаешь что? Я... Знаешь, вот так тебе скажу. Приятно общаться с культурным человеком. Прикинь, бачат, видел, да? Бабаха просто приехала, чтобы убить меня и на других вообще не обращала внимания. Да, да, вот я тоже считаю, что он полный мудак. Бачатик, подсвети, пожалуйста, суперконя. Может, найдешь его? А то мне вот было бы очень хорошо его убить. У меня просто ЛБЗ на убийство британцев, американцев и поляков. Ага, хорошо, я прикрою. Давай, давай. Плюс чат, кто понимает этого пацана. Слушай, бачат, а откуда ты родом? Из какого города? А, да ладно. Слушай, я тоже там родился. Это директор РЕН-ТВ. Ага, пацаны, директор РЕН-ТВ. Я согласен. От души тебе, бачатик, просто от души, реально помог. Спасибо тебе большое.
Жужжишь, красава, братиш, просто от души жужжишь. Это просто эпично. А, ну ясно. О май гад! Я это сделал, пацаны. Есть. Я думал, на самом деле, что будет хуже. Легчайший. Тупо легчайшая ЛБЗ. Два из... Ребят, 10 из 10 на кончиках пальцев. Блин, два фрага и ЛБЗ сделал, ребят. Ну, на верочку. Ебой! Писька у меня больше не станет, если только... Если... Может, даже меньше станет. Все. Все, ребят, ЛБЗ сделано. Легчайше. Подписывайтесь, жмите лайк, и завтра продолжим наши прекрасные путешествия в самую жопу. Всем вам большое спасибо, что сегодня смотрели мой стрим. Спасибо вам за поддержку. Пока.